Готовим самую вкусную и ароматную закуску из помидоров, быстрые помидоры по-корейски. Такое блюдо понравится всем любителям острых и вкусных закусок, берите на заметку. Помидоры получаются пикантными, кисло-сладко-острыми. Сочетание вкусов просто изумительное. Подавать помидоры можно как на праздничный стол, так и на повседневный. Они отлично дополнят блюдо из мяса, птицы или картофеля. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты. Очистите болгарский перец, чеснок, вымойте зелень, подготовьте пару колечек перца чили. Переложите подготовленные ингредиенты в чашу блендера, измельчите на высокой скорости. Помидоры выберите плотные, сорт сливка отлично подходит для рецепта, нарежьте томаты пополам или на 4 дольки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Добавьте к помидорам перечно-чесночную смесь, масло, уксус, соль и сахар, перец по вкусу. Перемешайте все, дайте настояться 1-1-5 часа и подавайте к столу. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Вот из чего готовим блюдо. Помидоры 500 грамм, болгарский перец 200 грамм, чеснок 15 грамм, чили 1 грамм, укроп 20 грамм, масло растительное 4-5 столовые ложек, уксус 9%, 1-2 столовые ложек, сахар 0,5 столовые ложки, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 3. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Жду снова и желаю вкусного дня!